7 октября 2006 года в Москве было совершено убийство обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Преступник подстерег журналистку в подъезде дома, где она проживала, и убил ее тремя выстрелами в упор. Анна Политковская – автор расследований и книг о положении дел в Чеченской Республике. Следователи предположили, что убийство могло быть связано с профессиональной деятельностью журналистки. Расследование взял под личный контроль генпрокурор Юрий Чайка. Акционер «Новой газеты» Александр Лебедев объявил вознаграждение в 25 миллионов рублей за информацию о преступниках. В 2007 году по делу об убийстве Анны Политковской были задержаны 10 человек, но их вина осталась недоказанной.